Для немногих бой курантов является не только началом Нового года, но и днем рождения. Алло, а что с Новым годом поздравила и с днем рождения забыла? Из года в год одно и то же, делится Екатерина. Когда наступает общий праздник, про ее персональность забывают даже лучшие друзья. Поздравляют с Новым годом, а потом только я уже говорю, так, у меня там еще день рождения, и они поздравляют и с днем рождения. Ну, то есть некоторые забывают, ну, ничего, я не расстраиваюсь. Ну, вообще, мне нравится, мне кажется, Новый год, это что-то такое волшебное, и я родилась, и думаю, что такой очень большой подарок для мамы, и я счастлива. Родить, как известно, нельзя погодить. Пока одни слушают речь президента, другие, лежа в палате, готовятся к родам. Если ребенок запросился наружу в новогоднюю ночь, это не значит, что он такой вредный. И в эту ночь чудеса случаются. На личном опыте подтвердила Анастасия. Мы собрались праздновать и позвали гостей, назвали тех, с кем хотели провести это время. Я придумала меню, елочка наряжена, все. Ну, пришлось утром в день Нового года сообщать: «Привет, я родила». Ночью уже я спала, уснула, проснулась от того, что фейерверки за окнами со всех сторон. Я сказала соседке по палате: «С Новым годом». Она сказала: «И вас». И мы уснули. Лёва появился на свет 31 декабря. Теперь празднование в этой семье начинается с самого утра. Днем мы празднуем день рождения Льва, а вечером уже ночью уже отмечаем. Это на самом деле очень экономически удобный член семьи, потому что можно подарить за один день сразу что-нибудь такое большое, за два праздника, но что-то одно. Хмельные каникулы раньше обычного начинаются у пары Ивановых. В последний день уходящего и в первый наступившего нужно успеть отметить сразу три праздника. А с подарками так вообще катастрофа. Еще до существования Ярика я отпраздновала всегда 1 числа свой день рождения. Потом появился этот человек, и я уже 1 число праздную его день рождения. И как-то мы стали отмечать этот праздник вместе, ну, уже после новогодних. Ну, там, новогодние праздники, 4-го, 7-го числа. Подарки у нас делятся на две части. Дорогой подарок на день рождения. Это не такое символическое Новый год. Ну, как сказать, конечно, обделяет. Не сказать, что так, как другому человеку. Ну, не обижаемся, что нам судьба такая. По статистике, за 2012 год именинников в новогоднюю ночь 4 мальчика и 1 девочка. Для одних этот день поистине волшебный, но другие, как и все, празднуют Новый год. Но один плюс все-таки есть. Желание загадывать можно 2.